Здрасте, здрасте. Приехали мы в лес опять. Тут уже у себя недалеко. Вот такие вот здесь места. Там ельник. Сзади ельник. Тут сосны полосами. Это я проезжал, раскладывал приманку по ящикам. Сейчас заодно проверим и поищем следочки. В этом году здесь следов вообще не видел я. Но одну все-таки мы здесь брали. Саян, когда нашел ходовку. Вот, ну попробуем сейчас. Походим, побродим. Два капканчика уже проверил тут около машины. Не знаю, что будет, не будет. Разложил кишки бобриные. Вот. Ну все, пойдем попробуем. Сегодня мысль у меня сходить в тот курмыш, где я никогда не охотился. У меня прошлый год просто путик там проходил через него. И периодически следочки попадались. Но если она нигде не ходит, то где-то она должна быть. Но она есть. Ну вот, попробуем туда, в тот курмышок зайдем. Может быть, следочки будут. Да, Харзюх? 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 Харза! Ой, ты мартышка. О! Ладно, пошли. Что-то Харзюх закружилась тут. Вот на это дерево глядела. Вот. Стоял под ним. Смотрел. Я постучал, ничего нет. Мне кажется, там пчелы. Вот, и следом вот. Вот он, тоже с дуплом. Постучал, нет. А сейчас еще вот к этой подошла. К осине. А вот кривая, которая стоит вот эта. По ней еще там... Попрыгал на нее, посмотрел. Что здесь у нас? И вот я как только с дороги свернул, она начала вот здесь кружить сразу. Вот опять к ней подходит. У нас начался дождь. Начался дождь. Кстати, вот около этого слома, она опять туда вот. Может, что пахнет? Не знаю, пойду еще постучу. Ну, что вот она начала брехать? Харза, что тут, а? А? Тут, малыш? Слышишь? Ой, ты чахотка. Вот, ну дупло здесь отлично. Она изначально сразу к нему. Вон она наверху, там ее не видно. Ну давай, Датюш, еще постучим. Если что, покажу. Начала коза, она орать на него, пришлось свалить. Ну просто я его два раза толкнул, он упал. Вот. Хотел сказать, ориентировочно где-то в этом месте Саян в прошлый раз нашел. А сейчас головой покрутил и офигел. Гильза моя висит. Вот я стрелял, кто не верит. 24 грамма.
Energy. Вот моя гильза, вот я стрелял в прошлый раз, когда Саян нашел. Здесь вот тут раз куница была. Вот. Ладно, пойдем дальше. Ребят, что с моей собакой? Что с ней происходит? Ну вот здесь дух, да. Она все вокруг здесь все уже облаяла, и вот сейчас докопался до этого, до дупла. Ну посмотрим сейчас, что будет. Пойдем прорубим, Кордюх, сейчас дырку побольше тут понюхаешь. Кордюх, пойдем, что выглядываешь-то? Вот опять туда пошла. Вот до этого, до сухого докопался, там тоже трещины есть. Наверное, только сейчас утром она здесь ходила. Запах есть, а тут вот вообще подорвалась вот на эту осину. Я думаю, ну все, на глаз где-то. Заскулил, заскулился, разве давай орать? Я говорю, ну на глаз. Нет. Че, да что ты? Ну, сейчас погляди. Ой, еле утащил оттуда ее. Дурную. Вот орет, нравится, опять туда он побежал. Вот так опять туда и тянет ее. О. Так туда идет, сейчас опять будет орать. Верю я, да, есть здесь. Я постоянно там следы верхом вижу. Ну, где-то вот она. Может, и там. Вон опять. Чудная. Вон орёт опять там. Я не знаю, что делать. Вон бегает, орёт там. Прыгает все вон на одно дерево и все. Я три дымилки туда бросил, ни одна. Вот, в общем, начинаю закидывать, она срабатывает. Вон идет. Она срабатывает. Только в дупло раз, и все, и дымилка потухла. Три штуки испоганил. Пошли, бешеные. Капкан сейчас проверим, один в кормыш уйдем. То мы не дойдем сегодня туда, Харзик, с тобой. Ладно, пошли. Так, сделали круг, мы придем, короче, назад. Вот смотрите, какая фигня. Вот, да? Спрыгнул куниц, вот. Вот след. Вон след. Вон след. И все. Капец. И как ее искать тут? Вот он след еще один. Вот. Вот укол ветки. Вон она чувствует. Ну а что, все. Больше ни одного следа нигде нет. Как вот здесь найдешь ее? Я знаю, что здесь есть куница. Здесь по осени столько был следов. Ой, по весне в том году, в феврале, когда начался гон, здесь столько был следов. Вы, наверное, даже не представляете себе. Ну вот, мы пришли практически в то место опять назад. И как? Вот она слип вот с этой спрыгнула с двойной. И подалась туда. Я не знаю. Ладно, идем назад мы уже. Что-то смотрю, харза у нее пропала. 160. И на одном месте. Смотрите, что она нашла. Рогатую башку. Лося. Фига себе. Вот маслы. Рогат. Вот хардюха. Вот дает. Посидим, покурим пока.